Хосе де Рибера. Женская дуэль. В 1552 году в Неаполе произошло неординарное событие. Две дамы, Изабелла де Караци и Диамбра де Петинелла, дрались на дуэли в присутствии маркиза де Васта. Дуэль состоялась из-за молодого человека по имени Фабио де Зересолла. Эта история о поединке двух молодых дам, влюбленных в одного мужчину, вдохновила испанского художника Хосе де Рибера в бытность его в Италии в 1636 году на создание шедевра – полотна «Женская дуэль», которая является одним из самых волнующих картин в галерее Прадо. Сцена дуэли изображена в великолепном классическом духе, в стиле барокко. Все персонажи разбиты на две группы, резко различающиеся друг от друга. На переднем плане две сражающиеся насмерть дамы, вооруженные мечами и щитами. Мы видим кульминационный момент поединка. Одна из них только что была ранена в шею и оказалась на земле. Другая держит в боевой готовности свой меч, которым она только что ранила соперницу и которым она собирается нанести решающий удар. Две фигуры изображены в ярких красках, выпукло, в них, пожалуй, даже больше от скульптуры, нежели от картины. Мягкие и округлые силуэты несут на себе налет эротизма. Сцена на картине сочетает в себе женственность, ярость и страсть. Одежда сражающихся напоминает древнеримскую, что, несомненно, делает эту пару похожей на классических античных амазонок. Композиция на полотне превосходно сбалансирована. Правая дама выглядит крупнее, что символизирует ее превосходство в поединке. Доминирующая фигура потенциальной победительницы уравновешена фигурой мрачного мужчины, стоящего прямо позади поверженной дамы и оттеняющего ее женственность. Он сосредоточенно наблюдает за борьбой, не высказывая никаких намерений остановить смертоубийство. Мужчина одет в тогу и кирасу, это, по-видимому, сам маркиз де Васт. Полотно содержит некую загадку, почему маркиз согласился играть роль секунданта, и почему он и остальные зрители, включая старца, спокойно наблюдают за смертным боем двух молодых дам, хотя причина их спора сугубо личная. Неясно также, что делают среди зрителей вооруженные люди. В картине «Женская дуэль» художник парадоксов нащупал необычность и волнующую эротичность женского поединка, который в его времена был больше плодом воображения, чем реальностью. Рибера хотел еще подчеркнуть контраст между яркими молодыми женщинами, находящимися в рассвете сил, и ординарной серой массой. Парадокс заключается в том, что через мгновение прекрасная, цветущая жизнь может прерваться, в то время как толпа будет существовать вечно. Это великолепное полотно о природной женственности, о постоянной борьбе за любовь и жизнь, о величии, несовершенстве и хрупкости человеческой жизни.